Без ответа пока остается вопрос, кто выкидывает в речку твердые бытовые отходы и зачем. Ведь сегодня из мусора, поступающего на санкционированные свалки, выбирают несколько различных фракций, которые можно использовать вторично. В Новочебоксарске только за полгода отобрали 1000 тонн пластика и пленки. В общей сложности на объектах филиала управления отходами ежедневно сортируют 400 тонн отходов. Из общего потока более 20 фракций вторичных материальных ресурсов. Все отобранное вторсырье реализуют крупнейшим российским специализированным предприятием для глубокой переработки. По расчетам специалистов, переработка 1 тонны пластика сохраняет экологическую чистоту грунтовых вод и почвы на площади в 1 гектар, экономит 750 килограммов нефти, 6 киловатт электрической энергии.